Да, получилось.
Крутяк. 4 пазла. 2000 монет. Да, друзья, это было сложно, но я даже не могу сказать, что сложнее. Зомбосс второго уровня или Гаргантюа. У зомбосса все слишком рандомно. Там может повезти, может не повезти. Очень многое зависит от того, куда он побежит. Вот я в прошлом видео допустил целых две ошибки. Я использовал халапеньо на линиях, где собирался пробежать зомбосс. Но тем не менее, все равно затащил. Но так или иначе, это повезло. А здесь я следовал строго тактике. По моим подсчетам, центральные арбузы должны были достаточно сильно надамажить Гаргантюа. И, в общем-то, они их надамажили достаточно сильно. Сложности только с попугаем. Не с первой порцией попугаев, там их можно убрать, как вы видели, а вот со второй порцией попугаев их просто не видно. Вот, их закрывают Гаргантюа, там приходится наугад все это делать. Ну и, естественно, не хватает, катастрофически не хватает плентов. Опять же, повезло, потому что малые очень активно проедают эти орехи. Фланги защитить крайне тяжело. А с другой стороны, может быть, высокая стена орех могла бы изменить ситуацию, но у меня ее нет. Может быть, есть смысл накопить. Так или иначе, я получил вот эти вот... Кажется, здесь, да? Как вот проверить, здесь или не здесь? Нет, наверное, не здесь. Вот здесь, наверное. Я так понял, это более крутые пазлы. Вот, у меня вот они по совсем по чуть-чуть прибавляются. Ну, стратегии надо искать, потому что... вот эти вот зомбосы и... прочие второго уровня, они дают лучшие пазлы, насколько я понял. Если кто что знает по этому поводу, пишите. Давайте обсуждать все это дело в комментариях. Ну все, друзья, увидимся. Всем пока-пока.